Семечка, ты где? Семечка. Привет, 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 привет. А где ты меня сыном называешь? Ну так ты же мой сыночка. Да, это я успел. Как это? А как это? А как это? Нубик, ты посмотри на меня. Ты похож на меня? Похож, смотри. Смотри. Похож? Похож? Ну-ка, дай сравню. Ну, вот, ты похож? Вылитая так-то. Да, так-то вылитая. Так, ну? Подожди. Не понял. Что? Ты что, моя мама? Так я тебе это 9 лет назад потерял. То есть мне 9 лет, я родился 9 лет назад. То есть ты моя мама? И ты меня потерял. И ты, да, потерял. Свиночка, так давно не виделись. Привет, привет, привет. Давай поиграем в прятки с тобой. Давай поиграем в пряточки. Ну, да, давай. Ну, в общем-то, я просто убежала, ну, потому что это, ну, покушать хотелось, вот, как только родился. То есть тяжелый путь прошел. Да вот. Ну, и, в общем-то, решил сбежать. Так что, извини. Ну, в общем-то, да, да. Давай перед тем, как мы начнем. У меня тут традиция, мам, если ты не поняла, в общем-то, я тебе объясню. Какая? А, собственно, у меня в ролик попадают вот эти вот ребята справа. Вот. А если вы хотите так же, ну и ты, мам, тоже можешь решить мой пример. Слушаем сейчас его внимательно. Давайте. Сколько будет 37 плюс 29? Вот такой вот пример. Напиши свой ответ в комментариях. Только думай своей головой и без калькулятора, и будет шанс попасть в следующий ролик. Вот, кстати, я очень неплохо решаю примеры в 9 лет, как ты могла заметить. Вот. Ну и вот такие дела. Можем начинать? Да, я можно. А еще хотел спросить, а какие ребята справа или слева? У меня ничего нету. Никакая особая. Это, как говорится, у меня на видеокамере. Я видеоблогер. Ты видеоблогер? С каких-то пор? Уже как 9 лет, что ли? Да, я 9 лет как видеоблогер. То есть родился, сразу камеру достал и пошел работать. А где ты камеру взял? Ты что, сразу из камеры родился? Ничего себе, ты богатенький был. Я считаю. Мам, я считаю, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23. Новое правило я придумал, знаешь что? Что? Очень долго считать, очень скучно, поэтому я считаю до 5. Вот так. Не-не-не-не, погоди. Давай я буду считать 2. До 5. Не-не-не-не-не, стой, погоди, давай я буду до 5. Ладно, считай ты, ладно. Я уже в пиксели смотрю. 1 пиксель, 2 пикселя, 3 пикселя, 4 пикселя. Давай. Ты считаешь или нет? 1, 2, 3, 4, 5, давай, иди и ищи меня. А, хорошо, ну хорошо. А знаешь что я тебе хотел сказать? А я время-то не засек. Представляешь? А у тебя засек. Ну все, понеслась. В общем-то, советую тебе спрятаться хорошо. Потому что я. Да у меня ничего не выходит, у меня тупо все лага. Я не знаю, не лага. А, все нормально. Пипец, у меня все есть под контролем. Что у тебя с головой? Ну вообще. Лагает это плохо. Ну, вообще проблемы в реляночку пью, понимаешь? Стресс, понимаешь? Прятаться не могу, ты меня постоянно ищешь, у меня стресс, нервные срывы, понимаешь? Мою сына увидела спустя 9 долгих лет. А, ну да, это тоже. Вот, а теперь вот он перед тобой прямо отыскать тебя пытается. Снова 9 лет искал и сейчас опять ищет. Вот, но надеюсь, что в этот раз, мам, я тебя найду, Ты думаешь, тут прятаться негде, сына, понимаешь? Совсем не выросла, ты совсем не выросла, 9 лет прошло, совсем, вот теперь выросла. 9 лет. Да, за секунду. Мне уже хочется быстрее тебя искать, потому что меня, знаешь, немножко попка бомбит, потому что, ну, ты меня очень быстро нашел, и я тоже хочу тебя найти, так что до скольки считать, до 5, что ли? Мне уже 5 лет, как 9 лет. До 5? До скольки считать-то? 9 лет? Да, в общем, считай до 1, 5. Подожди, я этот зелье даже не взял. Ну, конечно, можешь считать до 5. Давай я тебе дам его. Или ты... Да не надо, все, я же спрятался. 1, 2, 3, 4, 5. А, в смысле, ты уже спрятался? Окей, я тебя ищу. Я все хорошенько буду просматривать, я тебя знаю, ты любишь... Прятаться в самой главной комнате, там, где мам, я обычно... Откуда, мам? Откуда ты знаешь? 9 лет прошло с нашей последней встречи. Я прятался один раз. А у меня это, материнский инстинкт. И больше я в прятки с тобой не играл. То есть я в пузе побывал, вот, и все, и больше в прятки. Да ты что, ты мамой перебиваешь? Кто тебя воспитывал так? Кто тебя так воспитывал, сына? Сына, ты опять там, да? Сына. Кого тут нет? Опа! Сына, ты не закрыл лючок за собой? А, закрыл. Слушай, тебе не надоело прятаться в этом месте? Типа, ну это, ты где? Ой, ты где? А я вижу твой ник, стоп. А теперь не вижу. Нет, ты где-то тут был. Ты же не перебегаешь, да? Нет, не перебегаю. Теперь найди. Да тут где-то же был.
Да в смысле? Все время новое пошло. Вот так вот я тебя и обдурил, как говорится. На раз, два, три, четыре, пять, на четыре кулачка. А ну-ка, ребята, жмите. Вау! Ничего себе, ничего себе! Мам, выруби молнию! На улице страшно! Как опа! И побахнуло! Да пипец, я испугалась! Ты бы знал, как это было! Давай я тебе расскажу, ты не поверишь. Просто это будто бы было прям точности за моим окном. Я просто типа сижу, а я сижу перед окном, и прям перед окном прям я просто вижу вот это вот, знаешь, будто бы сорняк. Ну, ты, то есть ты вот выдираешь, когда, не знаю, например, редиску, да, и там типа вот эти вот корни ее, вот то же самое, вот эта вот молния такая яркая. Блин, пипец, я испугалась, когда ее увидела. У меня же сердечко заколотилось, сына, иди ко мне. Не переживай, нет, не пойду, ты меня найти пытаешься. Сына, в общем-то, у тебя минута осталась. Сына, ну мне очень плохо, мне очень грустненько стало. Сына, ты где? Попахнуло круто, конечно. Вот это я люблю, как надо. Ну, я не знаю, что там у тебя. Ну, в общем-то, я тут хорошо спрятался. Не знаю, где ты. В общем, я устал. Давай я тебе дам еще, знаешь, сколько? Я тебе дам еще 40 секунд целых, чтобы меня найти. Но если ты меня не найдешь, то ты... Что? Ты девочка, вот ты кто. Так я и так девочка. Докажи. Ой. А? Искать будешь? А? В смысле, не поняла. Нет. Окей, тебя тут не было. Хорошо, я думала, ты просто тут, но тут тебя нет. Окей. Я сейчас знаю, где... Сейчас засну. И меня больше не найдет. Ты чего? Давай, я тебя нашла. Ну, не нашла, ищи вновь. Опа, блин! Ты чего, сына? Ты что такое говоришь, сына, по губам схватила? Ну давай, подставляй задницу. Так вот, я хотела сказать, ты блины-то приготовишь или нет? Сколько ждать? 9 лет жду. Дед, сына, у нас, извини, у нас нету, как бы, плиты, да? Ты посмотри. Сына, мы с тобой очень бедно живем, но нужно что-то с этим делать. Что за семья вот? Мама, что за дела? За 9 лет даже до сих пор не купила плиту. Чем ты занималась? Ты снимала Майнкрафт или что? Это Versus Battle Round. Иди сюда, сына, я хочу испытать те новые места, что я увидела. Нашла, вернее, пока тебя искала. Хочешь испытать что-то на мне? Нет, не на тебе, новые места хочу испытать, чтобы... Давай. Не надо, нет никаких мест. Давай, отворачивайся. Ладно, считаю. Погнали, готово? 5, 4... Не, погоди, так быстро я не успею, погоди, нет. Ревнул. 3, 2... И, конечно же, 1. Так, запускаю таймер. Так просто интереснее, когда очень мало времени идет. Но я тебе дал, по-моему, секунд 10 буквально. То есть я тебе дал очень много времени, по сути. Согласись, да? Так, ну-ка, изучаем. Мы осматриваем. Так, подожди. То есть ты хотела сказать, что ты хотела попробовать новое место. Оно секретное и крутое, да? Ну, типа. Интересно, а как это так тогда получается? У меня зачесался глаз, выходит. Ну, в плане того, что я не понимаю. То есть это какое-то крутое место, да, получается? Ну, мне кажется, оно крутое. Я, типа, вот ты до 5 досчитала, я не успела спрятаться. И пока ты там бегал, меня искал, я все пыталась залезть в это место. Но я, типа, не перебегала, я просто пыталась, так сказать, вьютиться тут. Ну, типа, четенько войти в пазл. Типа, знаешь, как пазлы, это я вхожу в пазл. Понял, да? Понял. Ну, то есть пазл это серьезно. Так, я надеюсь, ты меня тут не найдешь. Я же, типа, ну, это... Знаешь, как было сюда? Ну, на самом деле легко, но почему-то что-то у меня какие-то были проблемы. Ну, типа, когда ты уменьшаешься, как-то сложно, так сказать, взаимодействовать с миром. Но я что-то не могла сюда с первого раза залезть. И вот, короче, только с раза пятого я сюда смогла залезть. И я надеюсь, ты меня так просто не найдешь, потому что это все было не зазря. Вот. Понял, да? Слушай, мама, очень много разговоров, но очень мало дела. То есть, по факту, говори, как говорится, где находишься, где локация, дата прием. То есть пока что я тебя не вижу на мини-карте, и я не могу тебе сказать, хорошее место ты выбрала или нет. Но поскольку ты my mother on English, я одобряю. Так, ну-ка дай посмотрю, что у нас здесь. Я твоя mother? А что значит такое mother? Это на каком языке? Это English, английский. В школу ходила? Я да.
Уже ну, как вообще, сын, а сколько лет-то прошло? Это было лет 20 назад. Я проиграл. Нет, стоп, не проиграл еще. А сколько у тебя времени осталось, вот ну-ка? Теперь я проиграл. Короче, это было на третьем этаже. Мне же нужно показывать, или можно не говорить, где это было? Не, нужно показать. Нужно... На третьем этаже у паучка. И почему ты вообще тут все сломал? И не восстановил обратно? Я псих. А где ты была? В паучине? Нет, вот тут сверху, смотри, за дощечкой. Хорошее место, правда? Ты знаешь, ты спинкой так прошел, все сломал, ты тут даже не смотрел. А я типа, когда тебя искала... Я даже смотрел, я вот эти все бревнышки такой. Возможно, просмотрел, но типа у меня на видео ребята увидят. Ты вот так вот пробежал, сломал, на меня вообще не посмотрел и побежал вниз. Типа я такая, ой, еще повернется. Но ты не повернулся, и поэтому это круто. Это да, это было прикольно. Ну ладно, 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 ладно. Так, что, я... Давай. Один... Два, три, четыре, пять. Все, я иду искать. Иду, да? Ну, давай, давай. Ты что, так быстро спрятался? Серьезно? Ну, место не очень так-то. Ну, а принципе... почему не очень? Потому что времени мало, да? Вот, видишь, придумал правила, а самому же неудобно по нему играть. Так-то да, то есть ты вроде сказала, вроде да, ты права. Ну-ка, давай смотрю, я смотрю за твоим именем. Прикольно. Очень-очень, как говорится, вижу его. Ну, это понятное дело, что ты видишь мой ник, а я твой не вижу. Ой-ой-ой, извиняюсь. А, короче, так, тут тебе... Перед кем ты извиняешься? Там Гренни пришла в гости? Скажи ей, чтобы она печенье принесла с собой с магазина. Нет, перед ребятами извиняюсь. А, скажи им печенье, чтобы с магазина принесли. Ребят, притащите печенье с магазина, плиз. А ну, ты что, любишь печеньки? У меня, кстати, есть печенье. Чего-чего? Спасибо. Вот у меня, кстати, есть печеньки. Хочешь, я тебе дам, когда найду? А ты выйди, я тебе печеньку дам. Давай, иди сюда. Выходи. Ой, привет. Эй, я тебе печеньку дам, смотри. Бери печеньку. Что только за печеньек? Опа. Опачки, а ну отдай. А ну отдай больше. Печенькая вечеринка. А какие печеньки ты, кстати, любишь? Ой-ой-ой. Я люблю овсяные. Овсяные? Да ладно, серьезно? А мне нравятся печеньки вот этой вот марки Milk, вроде бы как-то так. Milk. Мне нравится овсяная печенюха. Ребят, напишите в комментариях, кто считает так же, что они классные. Именно они? Если не пробовали, то можете попросить маму либо папу, они вам купят овсяное печенюшное печенье. Вы его слопаете и получите просто массу удовольствия, потому что они весьма... неплохие, как по мне. Вот, ты хочешь спрятаться еще? Ну, то есть, вроде бы, мам, я... последний раз хотела, потому что выходит, и я... Я победил. Чего? Ты победила в этой войне. Так, короче, мы типа все, или ты меня... Давай, иди прячься. Давай, 5, уже 4, а это 3. Встречаем цифру 2-2-2-2-2-2-2. И сейчас будет 1. А это значит, что Нубик Рубик. Да, это мое имя на Ютубе. Подписывайся, ставь лайк, нажми колокольчик. Идет искать. Так, ну-ка, где же тебя отыскать? Здесь тебя нету? Здесь тебя тоже нету. Интересно. А мы же, выходит, поровну? Так, кто первый нас искал? Я или ты? Да, вроде поровну. Ну, я 2 раза искал подряд, но ничего страшного. Ой, прятался. Ну, в общем-то... Я сколько? Рубик-то в поисках. Не знаю. То есть, ну, ты тоже столько же, как и я, плюс-минус. А, не-не-не, вот это мой 3-й раз, значит. А я вроде бы 3 раза тебя искала, нет? Я как раз-таки думала уравнять счет, чтобы ты мне 3-й раз искал. Я ошиблась? Так вот, теперь как раз-таки и уравняем. Да, это не имеет значения. Главное, что я сейчас отыграюсь по полной. Ты думаешь? Мне кажется, ты меня не найдешь. А мне кажется, что тебе кажется. Мне кажется, что ты меня не найдешь. Мне кажется, что ты меня не найдешь. Я бы сказала, почему, но давай я скажу потом. Потому что меня видела. Я пробежала. Да. Я надеюсь, ты не вернешься. Вот из-за этого ты меня теперь найдешь, потому что ты будешь пробегаться по всем тем местам. Да, теперь я найду. Ну вот, поэтому я это зря сказала. Я думала, я выиграю. Но теперь я могу не выиграть. И мне грустно из-за этого, понимаешь? Мне может, грустно. Может, все-таки не будешь пробегать эти места, где ты уже пробегал, и ты меня найдешь.
А я тебе подсказку выходит дала, ведь так нечестно. Блин, я не понимаю, когда блины это будут? Да в смысле есть... блины? Давай завтра, я куплю эту плиту и сделаю блинчики, окей? Ладно, ну тогда я сдаюсь. Ради блинчиков готов. Ну, не сдавайся, ты давай, это сколько там тебе времени осталось и... У меня осталось, собственно, 5 секунд, но я что-то сдаюсь, а. Да я не знаю, где ты прячешься, собственно. Я вроде бы так все нашел. Видишь? Вот и все. В смысле, 5 секунд, ты успел или, типа, вот... Да, я успел последнюю секунду в 59-ю, вот так вот. Ну, ладно. Ну, блин, это все равно я получу, правильно? Ну, да, точно верно. Ну и давай на этом, конечно, попрощаемся с моими зрителями. Все-таки я блогер, видеоблогер, если ты не поняла, на ютубе, мам. В общем-то, собственно, смотрите видео слева, смотрите видео справа, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. В общем-то, да-да-да, пишите комментарии, я их приветствую, кушайте печенюшки, овсяное печенье самое лучшее на свете. И, собственно, ставьте лайки. Ну, с вами был я, Нубик Рубик, и Мазер, он Ильич. И удачи, всем пока. И Фуласка, всем пока-пока.